3-летний мальчик вышел из комы. По словам врачей, малыш в сознании, самостоятельно дышит и принимает пищу. Восстанавливаются двигательные функции. Однако ребенок до сих пор остается в реанимации под постоянным наблюдением специалистов. Его состояние оценивается как тяжелое. 4-летнего мальчика и его 30-летнего отца 17 октября в центре города сбил автобус. Спасая сына от удара, мужчина скончался на месте.